dvhub.ru. На табличках представлена работа фотографов. И надо, кто голосует за этого фотографа, оставляет свою звездочку или жетон. Вот. В конце программы будет подсчет голосов, и будем выбирать приз зрительской симпатии. Вот такие жетончики мы предлагаем нашим зрителям. Если кто не знает, Хабаровское фотографическое общество, ему уже в этом году 124 года. То есть его основали, создали еще отцы-основателя города, то есть это Плюснин, ну и многие другие, кто с ним был. Вот. Поэтому как бы, ну, сам Бог велел быть на этом событии, день фотографии. И вот как россиянам, нам как всегда везет, у нас всех праздников по два. У нас два Новых года. Два Ивана Купалы, два Рождества и дня фотографов у нас тоже два. Ну, один день фотографа, а другой день международной фотографии, международный день фотографии, то есть вот так, который будем 19 августа отмечать. Вот. Ну, надеюсь, так же весело, может быть, еще что-то придумаем. Она меня больше не любит, она меня больше не греет. dvhub.ru